Ко дню Республики Калмыкия будет проведена джангриада по национальным видам спорта. Об этом сообщили организаторы в пресс-центре РИА Калмыкия. Спортсмены будут соревноваться в национальной борьбе, национальной стрельбе из лука, альчиках и наринчендже. По словам министра физической культуры и спорта Калмыкии Константина Батырова, такие мероприятия направлены на возрождение национальных видов спорта и традиций, пропаганду здорового образа жизни и укрепление дружбы между народами, проживающими на территории Калмыкии. Конечно же, это все проходит массово, зрелищно, и мы также приняли решение, что это будет проходить на площади Победы, на нашей основной площадке, получается, где проходят основные мероприятия. И сделаем их до праздничного концерта. Приблизительно 2-3 часа у нас будут проходить состязания по национальной борьбе. Параллельно будут идти состязания по стрельбе из лука национального. И, конечно же, мы не можем забыть о наших массовых таких играх национальных, как наринчендже и альчики. В дальнейшем у нас, как по-простому говорили всегда, да, нужно старшее поколение беречь, нужно младшему поколению помогать. В этом ключе мы, в добром таком ключе, планируем провести наш День Республики Калмыкия. Мы также предлагаем продолжить проект, который недавно начался. Это «Больше, чем путешествие». Когда раскрыли мы пешеходные тропы, да, пешеходные походы, вот, и также предлагаем ко Дню Республики приурочить такой один из походов с участием молодежи. И предложили мы место, поселок Челгир, место первого съезда общекалмыцкого, знаковое место. И вот к молодежи мы хотим тоже показать историю, рассказать об истории, да, чтобы они знали. И пройтись по территории поселка, тоже, я думаю, есть о чем рассказать, да и жителям. Вот, и в самом доме, который находится, где проходил самый первый съезд. Вот, и я думаю, что ребята проникнутся, им понравится. Это будет смысловой поход, не просто. Поэтому это запланировано на 4 июля.